чем ко всем остальным юристам. Угу. Ну, поскольку у нас подкаст «История успешного продвижения», может быть, вы вспомните какой-то свой проект. Кстати, вот, какой свой проект вы считаете самым успешным? Какой свой проект я считаю самым успешным? У нас, вот мы на рынке с 2006 года, у нас, наверное, больше сотни различных было проектов, начиная от дистанционного обучения SEO, заканчивая там, вот сейчас вот мы делаем вот такие серии роликов, которые доносят сложную информацию простым языком. Наверное, самым успешным нужно сказать, что это был комплекс проектов, потому что ни один из проектов он не решает конкретную задачу. Например, да, видеоролик, он решает какую-то узкую задачу. Дистанционный курс SEO, он тоже, да и вообще, в принципе, SEO тоже решает какую-то узкую задачу, когда уже есть сформированный спрос, уже есть поисковые запросы, как вывести сайт в топ Яндекса и получать целевой трафик. Какие-то узкие задачи. А, наверное, основное наше преимущество, основная наша